В питомнике крылатки 26 июня родились щенки. Одна девочка и 6 мальчиков. На этом видео мы видим трех серо-белых мальчиков или окрас занарно-серый. Ушки у нас скоро встанут. Такие веселушники. Это черно-белые мальчики. Глазки голубые. Первый выход из вольера. Всем страшно чуть-чуть и интересно. Это шоколадный мальчик голубоглазый и серо-белая голубоглазая девочка. Девочка у нас предварительно зарезервирована. Мальчик свободен. Это вот представлен у нас один помет, который родился 26 июня 2019 года. Ушки у нас скоро встанут. Это у нас первый выход из вольера щенячьего. Все новое и непонятное.